Хайсвэк был в ноябре. Да, исполнитель из Москвы на данный момент состоит в объединении «Темные деньги гэнг». Блеск 220+. 220. Допустим. Oracle. 2005 года, старичок. Российский хип-хоп-исполнитель и звукорежиссер. Участник объединения Dark Money Gang. Серьезно, Dark Money. Ну да, с глаз тут и ковер такой, да, интересный. Да-да-да, ковер интересный, мне тоже понравился. Да-да-да-да, в общем, жестко, да, на таком свычке. 24-го года песня. Могут ли они быть фрешменами? Да, вообще, просто прям точно. Первая песня, первые две песни в 23-м году, одна песня в 24-м, вот у Оракла, да. 6800 слушателей на Яндекс.Музыке. 6800. Хайсвэк, 1800 слушателей. С 20-го года чего-то пробовал делать. Да, с 20-го года один трючок дальше. Ковры абсолютно разные. Да, не совсем понятно. В 24-м году тоже первый сингл это у него. У обоих это первый сингл в 24-м году. В общем, если это что-то годное, это самый лучший момент, чтобы это было так. Потому что мы как раз возьмем это сейчас. У нас еще первая половина года, и как будто бы это будет супер база. Слушай внимательно. Let's go. С глаз Oracle и High Swag. Бэм. Это русский трет. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем. О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется прок. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как раз. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. Темные деньги, я хамы кладу на стол свои ноги. О, черт, ублюдок, ты не транжир, я видел твои расчеты. О, черт, извиняюсь, не мои волшебники, мы тоже легализуем ебаные. О, черт, ты запеклась на моих щеках, теперь ты темный слюк. О, черт, мы бросали нас грязь, и мы росли из этой почвы. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем. О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется брак. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как крак. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем с глаз. О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется брак. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как крак. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. О, черт, ублюдок, ты лох, это как дважды два. Ты можешь не стараться, для вас не будет инвайт. О, черт, я пришел на ивент, они хотят от нас какой-то инсайт. Говорит, мы дерьмо, ну добро, ты реально не робкий десят. Сосать она умеет, я знаю. После платины не знаю, какое при дерьмо придумать панч. Чутки все время кринжуют, они такие, йоу, панчики. Постоянно шарят за опиум и кай. Бля, это хайсвэк реально. Это реально хайсвэк. Это 100%, тут что-то есть, да, 100%. Очень многослойная, многоуровневая душнина. В хорошем смысле этого слова. Обложка альтернативная, это полный пиздец. Я не знаю, типа, это, ну как... Она как скример вообще, по сути, может быть, поэтому я даже не знаю, не буду, наверное, ее показывать на Твиче. Там ебанутая обложка, лучше бы смотреть вот на эту, да. Но я скажу так, как будто бы та, которая вот альтернативная, она больше сюда подходит. Там мерзость та еще, но как бы... Потому что вот здесь как будто обложка под Сагата подходит, да. А вот именно под говорителя хуйни, вот еще и в таком стиле многослойном, да, у вас как клип этого, как его помните, которого мы смотрели, блядь. Где там картинки всякие появляются, которые я сказал, охуенная динамика, да, на бусте мы смотрели, как этого? Ах, блядь, ну вы поняли, да, братва, вы поняли, что там? Клипы, да? Не о Самосона же, да? Не-не-не, не ГД Флаг, не-не-не. То ли Фобаца, блядь? То ли Фобаца, да, по-моему? ЖД Флаг, да нет. На бусте мы смотрели.
Да, что-то такое. Фобац, по-моему, был, хуй знает. Или Самосонов, Флекс. Или Флекс Асамасона это был. Либо Флекс Асамасон, да? Самосон, Флекс трек, да? Да-да-да-да. Вот вайб по звуку такой, как у них... По картинке у Асамасона, по картинке. Вайб такой же, как у них вайб в треке. Бля, мне понравилось это дерьмо. Реально. Вы, наверное, в ахуе, да, от такой новости. Очень интересно, вот эти вставки все летают, да. Вот это вся хуйня. Актуалочки, да, какие-то накидывают постоянно. Куплеты вот. После платины не знаю, какое про дерьмо придумать панч. Ублюдки постоянно шарят за опиум и каен. Бро, шаришь? Напугать. За хамом оппонента всем спич. Чё, черт, я врываю уж как с плеч. Но мы будем вроде плесень. Почему читали мы, но ваша песенка спета? Красиво. Почему читали мы, но ваша песенка спета? Да, еще и панчи старается прокидывать. Почему читали мы, но такие умные, это вы? Вот эти две строчки очень охуенные, я вам скажу. Пусть твой комментарий в интернете, мы и вправду что-то тебе должны. Пиздец. Вчера поел после стрима. Да, бро? Да, тут еще и боб у нас запиченный залетал. Вообще ахуй. Вот это, да, по-моему? Короче, это хорошая работа. Реально. Это хорошая работа. В этом есть айдентика. На кого же это похоже? Fresh Boy Swag, который вот прям накидывают, да? Или как его там, блядь? В СНГ музыка испорчена, уже даже Флом начал нравиться это дерьмо. Не, бро. Как раз-таки дело в другом. У нас очень много в России музыки охуенно отточенной. От поп-музыки до трэпа. Очень хорошие вещи у нас есть. Чисто сделанные, очень правильно. С реализациями, там, десятками, да, все вот отдрочено. И от говорителей хуйни, да, там, от, там, Ехеран Уотер, и какие-то удачные песни вайперов, действительно, вот, и там, и Трил Пил есть с очень качественным материалом. Платина, Будда, Маркул, много кто есть, кто делает круто, да. Но когда появляется какая-то новая хуйня, относительно даже, и вот такая вот история со стилем, с жиром, когда ребята чувствуют это. То есть не сказать, что... Точнее, нет. Сказать, что они это реализовали не прям по максимуму. Но самое главное, что здесь есть. Тут есть вайб, тут есть настроение, тут есть чувство музыки, тут есть чувство собственного стиля. Вот этого рваного, вот этого динамичного репрезента охуенного. По тексту можно было, конечно, побогаче. Там, черт, ублюдок, лох. Ну, как будто чуть-чуть кринжует, да, немного. Кладу на стол свои ноги, транжира видел твои расчеты, эти не выволшебные, щеки, васази. Просто норм, да, здесь просто норм. У Хайсвега как будто покрепче тиксток. У Хайсвега покрепче тиксток, он немножечко заморачивается над тем, чтобы быть интересным. Немножечко. Лил Дракхилл, да, конечно же. Конечно же, Мишаня Лил Дракхилл, то есть выточенный стиль, вот предыдущий трек его, это ж пиздец. Поэтому вот это хорошо прям. Еще раз слушаем. Если не совсем конченое здесь. Кто на продакшене? Нилонг. Иван Кидов. Походу, старичок тот еще, да? В 2017 году. Интересный бит, дружище. Обложка не очень подходит, конечно. Обложка подходит под альтернативу. Сагат, Сид, что... Нет, Сид нет. Велиал Скват, более-менее. Сагат, вот что-то такое, да? Хоррор какой-то... Ну, у вас, в принципе, и есть отчасти хоррор, да? Но не хоррор, блядь, ну... Не альтернатива, не гитара, да? Авангардный опиум. Чё-то. Давайте еще раз я вам поставлю. Я про то, что было бы хоть что-то, если бы хоть что-то, кроме... О, черт. Да, Рэм подошел бы. Да, Рэм подошел бы. Бля, прикольно. Это русский трэп. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем. О, черт, ублюдок, кто что я делаю, руками называется. Немного, да, 163-го вайп есть. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два.
рассказ крови. Темные деньги, я хамай кладу на стол свои ноги. А черт, ублюдок, ты не транжируешь, твои расчеты. А черт, извиняюсь. Вот это не совсем страх. Легализуем ядерный газ. А черт, запеклась на моих щеках, теперь ты темный свет. А черт, ублюдок, бросали нас грязь, и мы росли из этой почвы. А черт, ублюдок, прости, мы начали стоим шла. А черт, ублюдок, то, что я делал руками, называется брак. А черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как крас. А черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. О, черт, ублюдок, прости. Вот такая обложка была, да? О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется брак. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как. Альтернативная обложка. Ты лох, это тебе как. Черт, ублюдок, ты лох, это как дважды два. Ты можешь не стараться, для вас не будет инвайт. О, черт, я пришел на ивент, они хотят от нас какой-то инсайт. Она лучше, реально. Ты реально не робкий десятый, кстати, она умеет, я знаю. После платины не знаю, какое притерьмо придумать банч. Чуки все время кринжуют, они такие, йоу, банч. Чуки постоянно шарят за опиум и кай. Yes, I really have Пиздец. Гличики бесконечные. Вот здесь... Второй припев не знаю. Здесь вот это, да, вот это. То есть как будто тут по реализации послабее у Оракла. Хайсвейк дал меньше разнообразия, но он точнее прошел. И по тексту интереснее. Короче, продолжайте делать свое дерьмо. Это вообще вы жесткие фрешмены, да. Жесткие фрешмены, вы делаете да очень свежий соус, пока он не получается в полной мере, но у вас есть свое дерьмо. 100% я вам говорю. Да, вот эти все перегрузы, ебаные. Минималистичный бит, все эти ебаные перегрузы. Я не знаю, какой референс вы используете в данном случае. Но это реализовано очень неплохо. Да. Рваное сумасшествие, вот именно как раз-таки динамика, вот динамика современной реальности. Сейчас, секунду. Сейчас. Вы поймете сейчас, о чем я говорю. Если мы возьмем клип, смотрите, как это выглядит и что я имею в виду. Это русский трэп. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем шла. О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется брак. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как крак. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. Темные деньги, я хамай кладу на стол свои ноги. О, черт, ублюдок, ты не транжир, я видел твои расчеты. О, черт, извиняюсь, твои волшебники, мы тоже легализуем ядерный газ. О, черт, запеклась на моих щеках, теперь ты темный свет. О, черт, ублюдок, бросали нас грязь, и мы росли из этой почвы. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем шла. О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется брак. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как крак. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. О, черт, ублюдок, прости, мы на тебя кастуем с глаз. О, черт, ублюдок, то, что я делаю руками, называется брак. О, черт, ублюдок, ты лох, а я думаю, это тебе как крак. О, черт, ублюдок, ты лох, это тебе как два. О, черт, ублюдок, ты лох, это как дважды два. Ты можешь не стараться, для вас не будет инвайт. О, черт, я пришел на ивент, они хотят от нас какой-то инсайт. Говорит, мы дерьмо, ну добро, ты реально не робкий десятый. Сказать, она умеет, я знаю. После платины не знаю, какое притерьмо придумать банч. Чуки все время кринжуют, они такие, йоу, банч. Чуки постоянно шарят за опиум и кай. Студия.
есть ребята по-своему переосмысляют динамику 24-го года. Но мерзко же нет? Нет, бро. Охуенно. Да. Это очень неплохо. Я возьму этот трек во фрешмена. Да. Если он сейчас по реализации не сильно мало наберет. Разъеб. Каша какая-то по звуку. Так и должно быть. Только не совсем каша, а структурированная каша. Да. Я вам для чего показывал клипы, да? Что Самосон, что Блейда с Янглином. Чтобы вы понимали, что вот эта вот рваная поебень, да? Она очень правильная. Очень правильная. В настоящее время. Так, трендовость пока, конечно, это прям вообще пиздец. Между 3 и 4, думаю, да. И исполнение в целом. И, ну, то есть это прям что-то такое, чего, мягко скажем, не так много. Но исходя из того, что это прям свежачокс, реально, 3, как будто бы я готов поставить. Вы делаете правильно, реально. То есть вы делаете грязюку узнаваемую, и вы пошли непроверенным путем. Вы пытаетесь создать то, чего нет. И это очень правильно. Ну, у нас, по крайней мере, да. И когда я говорю «нет», это всегда я имею в виду наш русскоязычный рынок, да. Рифмы образы. Вы говорите ли хуйни? Хуйня должна быть очень плотной. Во втором куплете 7-8 есть интересные панчи. В первом 5-6. 6-7... Я готов поставить за весь трек. Ну, блядь, 5, 6, от 5 до 8, 6 или 7, ну, ближе к 6 все-таки. Припев тоже так себе, 6 все равно, да. Будто даже на 3 не тянет. Ну, может быть, да, может быть. 6. Вторая часть крепкая, вот у Хайсвега. Структура ритмика 9. Почему не 10? Потому что все-таки двойной припев такое. Но разнообразие ебнутое вообще даете. Бесконечные постоянные вставки, шумы, да. Вот это вот рваное сумасшествие. То есть это апофеоз клиповости и сумасшедшей динамики. Будь то на концертах это может работать, в ТикТоке это может работать, даже без ускоренной версии, как вы понимаете, да, представьте, это ускоренная версия еще будет. То есть музыка сама по себе становится как ускоренная версия, и это оно. Реализация стиля, бля. Ну вот так думаю, да, вот здесь. Вот здесь, думаю. Как будто 6 даже. Как будто 6. 8 я готов поставить тут. Вот такую ебанутую цифру. Да. По харизме вы сделали где-то на 6-7. По индивидуальности вот, вот здесь. Вот так я готов поставить. Я такого не слышал. 4 балла вайп. Вот с такими конченными оценками, да, тем не менее, вайп 4. Разъеб. 100% фрешмен. Потому что это во всех смыслах фреш. И артисты только начали, и звук, который они показывают, так сказать, неизведанный. Это будет прикольно показать на номинации фрешменов. Просто чтобы люди хотя бы послушали и охуели. Типа, чё? То есть, чтобы они раздвигали рамки. Помните, вчера говорили про новое? Как мозг воспринимает новое? Вот это примерно из этой оперы. Примерно из этой оперы. Спасибо. Забрал. Никакого визуала нет? Никакого визуала нет. Понятно. Это было хорошо. Реально. Надо еще пройти в топ. Да. Если в топ 12 попадет, конечно же. Конечно же. Сразу имейте в виду, да. Если в топ 12 пройдет по базовой оценке, да.